будешь завтракать. Вот он, мой завтрак. У меня с таким сливочным сыром, с творожным. Тостик, а у детей просто с обычным сыром. Мама. Приятного аппетита, мои любимые. Аппетита. Спасибо. Ам-ням-ням-ням, да. Мама. Так, ну что, всем доброго утра. Вот, в общем, мы уже одеваемся, собираемся ехать на кладбище. Сначала мы поедем на старое. Антоха, подожди, сейчас я тебе дам цветочки. Сначала сейчас поедем на старое. Ой, что-то я тут не то нажала. И потом поедем уже на новое. Да что ж такое, где же я? Вот я, в общем, сейчас на старое. Обуваем галоши. Потому что там грязь. Так, все, мы приехали до бабушки с дедушкой. Я молодой. А представляешь, что слюбят школу до дома? Не а трогай. Пообедали. Афон, не надо, а то сломается еще. У Серы такой корабль большой. Да. Пошли, Серег. Маргарита Гримовяз. Не так он говорит. А как? Не так. А как? Обалдеть. Ну-ка отойди чуть подальше, а то так плохо видно. Покружись. Посмотри, какой красивый. Это у тебя прям такой висит. А ну сзади что, бантик? Покажи мне сзади. Бантик. Красиво, зайка. Прям весеннее, да, будет? Покружись. Вот так, молодец. Молодец. Иран не выдвигается. Афанечка, ты куда хочешь? На улицу? Антоха, ты на улице? Сегодня погода? Какая? Ну, медведюшки там. Зайчик, а ты зачем вообще их? Я ж тебе сказала, ставь их дома. Заюня, а ты куда с автоматом? Поехали. Так, ну что, поехали. Ариша приедет. Ариша поехали. Сейчас приедет. Да, позвонили. Ну, два часа только выйдет. До нас, ты не переживай. Сейчас. А ты мне ее можешь переслать? Сейчас попробую. Решуля тут наводит порядки, да? Перебираю всякое тут. Печенье, хлеб всякое такое. Угу. Здесь яйца, всякая выпечка. Угу. И конфеты. Бля, сколько... Я тебе сейчас яиц дам, куда ложить яйца, и ты их потом в холодильник поставишь, хорошо? Ладно. Да, бей ножку. Бей ножку. Что ты одел? Бей ножку. Заешь носки только, где я не знаю. Яйцы! А, пошли читать. Ариш, тебе почитать? Съем, Ариш. Мам, а ты? Съем. Ариш, давай я тебе почитаю. Это про Мишку? Нажимай там кнопочки. Нажимай кнопочки. Кто тут так хорошо катается? Это мы. А кто вы такие? Маргарита. А по очереди, Афонечка, по очереди. Афонечка, одной ручкой держись, а то так Марго синяк. Сильно катать? Да. Тогда сиди хорошо, ладно? Это злой веселей. Ай, да, елочка, высока, высока. Ай, да, елочка, достает топор. Мы зашли посмотреть. Что нам привез курьер? Ну, в смысле, он там уже заказывали, и он привез. Так, светильничек. И вот такой вот стрекозу. Ага, вот этот наборчик. А это что? Ну, биби-крем и мицеллярная вода. Сегодня ты еще слишком молода для этого. Да? Маргарита, иди сюда. Иди здоровье, как я его хотела именно железный. Круто, сейчас будем смотреть. В общем, диск здоровья вышел. Сколько здесь рублей?
Садовый светильник 310. Диск здоровья 302 рубля. Мне кажется, это очень дешево. И вот этот вот комплект. Я только из-за мицеллярки его взяла. 222 рубля. Но заодно и биби-крем попробую. Посмотрим, что будет. Садовый светильник. Вот не знаю. Сейчас посмотрю, как его проверять. Так, вот я собрала саму палку. То есть на низ вот этот штырек. Потом две трубки. И сама вот эта солнечная батарея. Внизу здесь кнопка авто. Вот. И сверху две насадки. Есть бабочка. Такая вот есть стрекоза. Можно что-нибудь одно из этих цеплять. Я поняла, как проверить. В общем, здесь вот... Здесь я включила режим авто и проверить вот так вот. Сюда на солнечную батарею я закрываю, и вот он горит. То есть все работает. Теперь опять открываю, опять светло. Опять горит. Так, все, курьер уже уехал. Даже на хутор к нам курьер приезжает. И дядя привез там нам фонарик. Фонарик. Просто. И еще там, ну сейчас увидишь, пойдешь, зайдешь. Диск там такой, крутилку. Помнишь, как тетя Аня крутится? Помнишь? Такой железный. Антош, ничего, езжай. Не слышал? Диск, как у тети Ани крутится, такая крутилка. Зайка, я не знаю, на этом велосипеде колеса накачаны или нет? Да. Да? Там кто, Маша? Там Маша? Убегает от Мишки. Нет, потому что его надо на праздник хотя бы одеть. Но как-то... Нам уже один раз один раз на праздник. Или ни разу не один. Она его носит спать. А то со шлейф, такой длинный, его там просто спать. Аришечка, подожди, держи. Давай еще разочек, Ариш. Ариша, целуй. Все, говори всем до свидания. Зосюка, а Зою поцелуй давай. Давай, поцелуй Зою. Ой, Зося, я ж ее не видел. Маргоша крутилась. Аришечка, поцелуй. Поцелуй, поцелуй. Да ей булку надо. Зою поцелуй. Вот она вся в девушку волка. Молодец. Ой. Вот так. Рыженькая такая. Хоть поцеловались. Такой кадр был, ты прозевала. Иди, я тебе на ручки возьму кроссовки. Все? Скажи, держи. Ну что, мы всех провели гостей. Сейчас идем все на улицу. Сержинечка уже приехала, я его покормила. Конечно, без микроволновки вообще неудобно. Не знаю, как люди живут без микроволновки. Я думаю, что просто все разогревают на сковороде. Но на самом деле котлеты, борщ сейчас в кастрюльке разогревала, котлеты на сковороде. В общем, для меня это полный... Вообще, ну настолько неудобно, потому что привыкаешь к хорошему, быстрому, когда поставил, одно разогревается, другое ты там что-то делаешь. В общем, тут нужно следить, чтобы не сгорело, ничего не поджарилось, но у меня лично остались даже внутри холодными котлеты, поэтому вот так вот. Сейчас идем на улицу, дети там поиграют. Я, кстати, посудомойку заложила, стиралку заложила, в общем, все, я тут и стираю, и мою посуду, и хочу еще пойти... на пионках пообрывать вот этот основной стебель, где цветочек, и там иногда растут такие боковые маленькие, они только, получается, сосут корни с основного цветка, соки с основного цветка, и я сейчас их буду обламывать. Держу, не будет колоть дрова. Знаешь, обычно говорим это, а зима будет, а мы до сих пор топим, да, до сих пор еще не закончилось. У нас и не закончится. Ух ты, тут какие тучи обалденные. Солнышко заходит. Глянь, какое небо, Сешуня. Глянь, тут вообще такое. Так, вот наш пиончик. И вот видите, сбоку основного цветка вот такая вот маленький бутончик. Я вот это все отламываю. Здесь даже уже большой бутончик. Так что, в общем, я вот таким вот делом сейчас занята. Дети здесь играют, на великах катаются. У нас гонки на маленьких великах.
Да. Тут вот наши с Гришей посеянные цветочки повсходили. Вот это вот петунья, по-моему, должна быть. Не знаю, в общем, мы потом будем разбираться, что здесь повсходило. Рядки вот видно некоторых цветочков. Ай, хорош! Ой, ты мой маленький! Иди. Попробуй какой! Оп! Ай! Там же с ртом был открытым. Сранкнул. Ну. Жопу не надо гладить, кобелень. Надо вон. Ушки, не надо хвост. Не надо. Ты гляди, соскучился как. Все, побежал. Так. Антоша циркач. Больше ты не циркач. А ты не умеешь. Ты упадешь. Мам, а могу. Ты можешь. Да. Ты тоже так можешь. Нет, у него молота. На бревне, да? Так, а я уже достала косилку и кошу. Уже вот покосила? Вот. Да, покосила вот эти вот два маленьких участочка. Поставили мы пока сюда нашу стрекозу. Так, ну что, почти 9, и мы сейчас только заходим. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name. Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well,